Значит, такой есть бардовский анекдот, мол, Акуджава не любил, когда сочиняют песни на его стихи, доверял это только Исааку Шварцу и прощал Виктору Берковскому. Прощал он Виктору Берковскому это очень своеобразно, иногда он ему прямо надиктовывал на диктофон стихи, для которых предлагал сам написать песни, я был свидетелем тому. Вот несколько песен Виктора Берковского мы споем. Сначала я один спою, потом с тобой. Ах, если б знать заранее, 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 что будут не напрасны горение, сгорание, терпение и вера, любви и волшебства, трагическое после, счастливое сперва. Никто на едкий вызов ответ не получит. Оставьте ваши споры, вот Лермонтов поручик. Он некрасив, не складен, и все вокруг серо. Но как же он прекрасен, когда в руке перо. Вот Александр Сергеевич, он в поисках и муке, да козыри лукавы, и не даются в руки, их силуэты брещут на дне души его. Терпение и вера, любовь и волшебство, все гаснут понемногу, надежды и смятения к иным высотам. Возносятся их тени, а жизнь неутомимо вращает колесо. А искры остаются, и это хорошо. Все в мире созревает в парениях и в страстях. Не спорьте понапрасну о линиях и красках. Пусть каждый изнывая достигнет своего. Терпение и вера, любовь и волшебство, все в мире созревает в парениях и в стрясках. Не спорьте понапрасну о линиях и красках. Пусть каждый изнывая достигнет своего. Терпение и вера, любовь и волшебство. Круглы у радости глаза, и велики у страха, и пять морщинок на челе от праздность и обид. Но вышел тихий дирижер, но заиграли баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, едва сыграли баха, когда бы не было надежд на черта белый свет. К чему вино, кино, вшино, квитанции, гострахи, и вам ботинки, первый сорт, которым сносу нет. И все равно, какой земли касается подошва, все равно, какой улов из волн несет рыбак. Не все равно, вернешься ли сам, или в бою упадешь ты. И руку кто подаст в беде, товарищ или враг. Но чтобы было все не так, чтоб все иначе было, наверное, именно затем. Играет будничный оркестр привычно и в полсилы, и мы так просто и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант мой, музыкант, играешь, да не знаешь, что нет печальных и больных, и виноватых нет, когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант.
музыкант мой, музыкант черешневый кларнет. Ах, музыкант мой, музыкант черешневый кларнет. Сейчас мы еще две песни, это потом споем, да. Еще две песни Берковского на стихи Акуджавы споем. И как-то так получается, что Виктор Семенович Берковский, видимо, они с Акуджавой много вместе курили. Потому что в каждой песне то прокуренные руки кларнетиста, теперь будут про сигареты, а в третьей песне вообще как сладко мы курили. Курение вредит здоровью, товарищи. Предупреждаем заранее. Не, вот повыше, да. Мой город засыпает, а мне-то что с того? Ну что с того? Ну что с того? Я был его ребенком, я нянькой был его. Ну что с того? Ну что с того? Я был его рабочим, его солдатом был. Он слишком удивленно всегда меня любил. Он слишком отчужденно мне руку подавал. По будням меня помнил, а в праздник забывал. И если я погибну, и если я умру, проснется ли мой город с тоскою поутру? Пошлет ли на кладбище перед заходом дня своих счастливых женщин оплакивать меня? Но с каждым днем все больше, все злее его люблю. И своей любовью богов себе реплю. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Божественная суббота. Или история о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Божественной субботы хлебнули мы глоток. От дома и работы укрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз. На этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам осталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Мируй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши. Пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз. Еще такой субботы, еще такой субботы
божественной субботы наш век одарит нас. Вот это было надиктовано на диктофончик. Я прям видел этот процесс на турбазе Дома ученых на речке Гау и в присутствии героя этого стихотворения Зиновия Ефимовича Герта. И тогда же Булат читал Берковскому стихи «Старинная солдатская песня», считая, что у него песни не получилось. Потом Берковский придумал какую-то свою интерпретацию, может быть, под влиянием тех интонаций, с которыми читал Акуджава, но мелодия у Берковского получилась довольно похожая на ту, которую Булат потом вдруг вспомнил, решил, что она у него своя есть. В результате существуют какие-то разные интерпретации, но вот мы с Лидой поем эту песню в той версии, в которой мы пели ее с Виктором Берковским. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, бурею пробито днище котелка, маркетантка юная убита, бурею пробито днище котелка, маркетантка юная убита. Маркетанка